чудес. Пошел отстрел. Ну все, вот это помнишь. Па-мам. Лестницы нет. Фью. Придется идти с той же лестницы, да? Прыгай. Я боюсь вообще. Щель боюсь. Прыгай. Зайти сюда. Тиденс. Новый вход. Ди-ди-ди-ди-дин. Еще один цех. Какой громадный. Ё-моё. Блин, даже страшно немножко. Страшно? Очень. Из цеха в цех. Да-да-да-да-да-да-дам. Помещение просто громаднейшее. А самое интересное впереди. Пейнтбол. Размах, конечно, здесь для игры в пейнтбол вообще классный. Колонны прошлого цеха. Я думаю, кто тут стреляет? Я вам всех уже сфотографирую. А я пошел там на поле постреляю. Вы все молодцы, что сегодня вы приехали. Например, такие предприятия, там, как Пахтутроли Майские, да, они не захотели поехать. Ну, они много потеряли, я думаю. Очень. Очень, да? Ну, все-таки получили мой адреналин. Конечно. Хотел бы почаще. Каждый попутчик своей поймал, которую хотел. Заводской минарет. Эх, жаль, лестницу срезали. Залезть не получится. Ого. Это преодолели. И вот здесь внутри вот такая вот штука открывается. Ага. Так. Это что за стена? Что там? А за стеной нет ничего. А наверху обалдеть. И вновь новое помещение. Кальку резали. Доставали землю. И перерабатывали в тех цехах. Типа вода журчит, я тебя не вижу. Думаешь, ручей?
Да, ну вон, слышишь? Да, ручей, ручей. И что, ж нырять будем, что ли? Да, ну. Надо же добраться до туда. Мы завтра поедем. Заночуем прямо здесь, что ли? Зарофим. Ходить надо аккуратно. Обвалы есть. Дорога в Новокузнецк. Красота. Что-то плавили здесь, видать. Какая-то труба сюда отходит. Бабах! Здесь кто-то живет у нас. Какие же это домик? Может, того мужика с топором? А все, может быть. У него Новый год. Ага. Блин, что-то мне страшно. За что у мужика с топором? Еще больше. Встретили мужика с топором. Наверное, он здесь живет. Он в ту преисподнюю, да? Это здание разрушено больше всего. Чё-чё, очкую. Ядрён, матрён. Всё, лестница здесь кончается. Хотя там продолжается. Не, не пойдём. Лесенка-то шлепнулась. Пойдем через низ. Как бы эта лесенка на голову на мне шлепнулась. Одеколон тройной. Пить не рекомендуется. Последнее здание, сплошная разруха. Найс. Made in Russia. Здесь даже залезть можно. А я думал, ты на этом полезешь, по деревяхе. Деревяхе, но сначала надо... Да ты не ссы в трусы, ты же экстази. Трубу на сет сначала залезть на неё надо. А я в трусы. Фу, хорошо. Сфоткай просто. Фу, высота. Еще лезть и лезть. И красота. Я это сделал все-таки. Залез на эту башню. Ох, тяжко. Ох. Фу, высота. Захватывает дыхание. Такая же башня стоит впереди. И я на такой башне здесь.
наверху. Красота, красота. Не торопись, Илюх. Спокойно отдыхай. Не торопись. Еще чуть-чуть и все. Так вот. Давай. Поздравляю тебя с победой. Я сделал. Ты это. Сделал это на высоте. Охереть какой. Вон там вон труба торчит. Это такая же высота, как здесь. Фу, честно скажу, я тоже немножко обосрался. Это когда только залез на эту плаху. Ага. И как сейчас впечатление? Ну, как стоило это. У меня тоже были мысли, если честно. Я думал, нахер нужно, мне лучше я спущусь. Думаю, потом мне надо залезть на эту фиговину. И вот мы здесь. Тут уже смотреть нечего, потому что здесь совсем чуть-чуть. А так мы на самой вершине. Слушай, чтобы попасть вон в ту шахту, вон мы были вон там, надо залезть вон по этому зданию и вон там залезть. Ага.